Добрый, хороший день. Знаменка. Часовня преподобного Иосифа Песнопевца на входе. Усадьба Знаменка. Старые сосны, дубы, вот какие. Замечательно. Запустим с полянки перед дворцом коптер, полетаем. Погодка с утра была ясная, потом появились тучки, сейчас снова прояснилось. Камера каким-то образом в кармане включилась. Аккумулятора осталось не очень много. Но много нам снимать и не надо. Вот какие оранжереи, описанные в воспоминаниях Ивана Петровича. Я смотрел в интернете старые фотографии, их не так много. Совсем немного старых фотографий деревень Шуваловки и Знаменки я вообще не нашел. Вот какие деревянные ворота. Красота. Иван Петрович тоже о многих фотографиях говорит, вспоминая, так как очень многие, практически все, погибли в войну. В этом беда бумажных снимков, негативов, то, что они недолговечны и подвержены всякому, какие старые дубы, красотень. У меня тоже мало фотографий. Дедушкин альбом по папиной линии пропал с гибелью дяди. Его убили в 1994 году, и альбом исчез.
У меня много фотографий пропало в пожаре 2007 года, когда сгорел дом в Ломоносове. Поэтому сохранившееся нужно всячески сохранять. Церковь Петра и Павла, архитектора Растрелля, 18 века. Вот какая красивая. Дворец. О, какая скульптура на дереве. О, как круто. Я сфотографирую. Замечательно. Вот какая красота. Вот как замечательно. Какая красота.
Вот какая красота. Летали. Вот как замечательно. Розочки. Цветнички какие хорошие. Надо пофотографировать. Чудесно. Вот какая красивая церковь Петра и Павла. И еще один красный пруд. Красный пруд есть в Ирненбауме. Красный пруд есть в Петергофе. И здесь тоже красный пруд. Красный означает красивый. В Петербурге и области также много черных речек. А в Старом Петергофе есть черный пруд из-за темной железистой воды. Вот и садится аккумулятор. Подписываемся, ставим лайк. И пока-пока. Нет, вроде бы еще немножко аккумулятора осталось. Снимем чуть-чуть руины конюшен. Вот руина знаменских конюшен. Красиво. Замечательно. Спасибо за просмотр и пока-пока. А вот вспомнил. Иван Петрович рассказывал, что до того, как
пруд запрудили на берегу ручья. Было кладбище. Старое забытое кладбище. И после причистки пруда, еще больше 100 лет назад, когда пруд чистили, частенько поднимали косточки. Вот так.